11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, с 9 часов 44 минут до 10 часов 26 минут непрерывно выполнял полет вдоль Азербайджана-иранской государственной границы в направлении Зангеландского и Белисуварского районов. Самолет пролетел в 3-5 километров от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Об этом говорится в совместном заявлении Министерств обороны и иностранных дел Азербайджана. Вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного предупреждения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, такое приближение военного самолета Исламской Республики Иран к государственной границе между двумя странами и пролет над пограничной линией создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению отношений между двумя странами. Полет военного самолета более получаса вблизи освобожденных от оккупации территории Азербайджана является провокацией и недружественным шагом в отношении Азербайджана. Хотим напомнить, что иранская сторона и в прошлом году проводила масштабные военные учения вдоль реки Арас вблизи границы с Азербайджаном. Мы решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных шагов в будущем. 11 марта посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сиид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, и ему была вручена соответствующая нота протеста. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.